Сегодня 4 мая. Посмотрим, как они залили. Да, рамка залита. Поставил корпус на семью F1. Сегодня 4 мая. Наставку ставил после 20 апреля. Они зашли. Ну, мы посмотрим, есть медок или нет. Погода у нас была не очень. И это залито. Последнюю посмотрим. И это залито. Вот такая семейка F1. Хорошая пчела. Сейчас посмотрим гнездо. Что в гнезде? Гнездо. Семья средняя. Не сказала, что здесь пчелы много. Вот это красота. Запечатанный трутень. Трутовая рамка. Ну вот, он драгоценный трутень. Маточка поработала. Это уже ващинку отстроили. Еще одну отстроили. Здесь выходит. Здесь тоже расплод. В общем, маточка работает. Также расплод, перга. Вот здесь и матка. Вот крайняя рамка. Вот здесь и матка работает. Я эту линию клею также особыми опалитками. Зеленая с белым фоном. Кто следит за моим каналом, за моей работой по селекции золотого бакуста, знает происхождение
этой линии. И кто первый в комментариях назовет эту линию, родословную племенной матки, совершенно бесплатно получит от меня его матку. Где в отцах будет эта линия. Это обычная F1 матка, которая работает на мед. Вы видите фенотип пчелы. Это F1. Вся пчела желтая. Трутень здесь двух видов. Желтый и более темный. Пчелы позволяют работать без перчаток, без маски. Ну и, конечно, вот рамка была минут 10 вне улья. Посмотрите, пчела не сбежала. Она вся осталась на расплоде. Также ставим трутневую рамку. Эта семейка уже носит мед. У нас очень редкие дни тепла, но он умудрился принести меда. Апрельская погода непостоянная. Теплых дней было мало, но пчелы смогли принести уже нектара свежего. Рамки неполномедные, но вы видели, мед есть. Это апрельский мед.